Здесь в буквальном смысле яблоку негде упасть. Администрации театра пришлось даже ставить дополнительные стулья. Тем, кому и их не досталось, смотрят концерт стоя. Впрочем, такие мелочи, по словам зрителей, не мешают шимкенцам наслаждаться по-настоящему качественным звуком. Уникальность рок-группы Brick of Reality в их участниках. В музыкальном коллективе три виолончелиста и один ударник. Brick of Reality играет в совершенно разных музыкальных жанрах. От классических произведений до рок-баллад и саундтреков к известным кинолентам. Во время концерта звучат и композиции собственного сочинения. Особенно приятным сюрпризом для горожан стало совместное исполнение американской группы с артистами Южно-Казахстанского театра оперы и балета. Музыка, она до глубины души задевает своими басами, своей тонкостью. Это задевание струн, которые восполняют себе все. Это восхитительная музыка. Я очень давно не была, и сегодня я просто вот отдыхала. Мне очень понравилось. Такие виртуозы, это вообще без слов. Заграничные музыканты не скрывают, видеть такого разновозрастного зрителя на своем концерте им приходится впервые. А шымкентские любители хорошей музыки, в свою очередь, удивлены тем, что вход на выступление популярного коллектива оказался абсолютно бесплатным. Это было просто фантастично. Нам очень понравилась реакция зрителей, как они приняли нас. Сегодня зал был полностью заполнен, были поставлены дополнительные стулья, то есть полностью зал. И кроме этого, еще были размещены зрители на сцене, что, пожалуй, в нашей практике было в первый раз. И нам, конечно, это очень понравилось, и реакция была очень вдохновляющая. После концерта в Шымкенте Brick of Reality, что в переводе означает «освободиться от реальности», отправятся с гастролями в Астану и Атырау. Алимхан Дусенгалиев, Нургали Кошаналиев, Роман Примкулов, информационная служба телекомпании «Отрар».